По предварительным данным, автомобиль Volkswagen двигался в сторону Дагомыса вместе с «Ладой Калина». Из-за технической неисправности водитель иномарки припарковал автомобиль у обочины. Помочь разобраться с поломкой вызвался знакомый водитель «Лады Калины». В это время в Volkswagen врезался Hyundai. Поднял он капот водителя. Мы с Сережкой стоим с сыном, смотрим, я говорю, по-моему, подшипник. И здесь удар. Я отлетел, мне ногу в шею, капотом я отлетел. Когда поднялся, парня не вижу. Девочка лежит. От удара Volkswagen продвинулся вперед и столкнулся с «Ладой Калиной». Меня сбила моя машина, бросила назад. Встал, уже смутно помню, что было, помню, что уже лежит девушка. Машина здесь, виновника аварии. Из нее вышел человек. В ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen, жители Ставрополья, 27-летняя женщина и мужчина. В момент столкновения в Hyundai находились три человека. По предварительным данным, и водитель, и пассажиры могли находиться в состоянии опьянения. Все они задержаны и доставлены в медицинское учреждение для освидетельствования. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И также в ходе проверки будет установлено, кто из данных лиц находился за рулем автомобиля Hyundai Solaris.